Агрофирма Сидек представляет капусту савойскую сорт Надя. Позднеспелый и отлично подходит для приготовления голубцов. 135-140 дней до сбора урожая. Розетка листьев мощная, до 80 см в диаметре. Лист крупный, серо-зеленый и сильно гофрированный, с восковым налетом. Формирует красивые круглые кочаны массой 800 кг до 3 кг. Внутренняя структура желтоватого цвета и средней уплотненности. Урожайность 6 килограмм 200 грамм, 6 килограмм 300 грамм на квадратный метр. Номер партии 1187, вес семян в упаковке 1 грамм. Один грамм 0,06 на весах.